ну, как бы выше земли мы поднялись, мы как бы вырвались из ее объятий земли, и на нас, как говорится, вот эти не распространяются, конечно, эти все законы гравитации политической и экономической. Мы другого царства, как сказал Иисус Христос, что мы не от мира сего. И это все очень серьезно на самом деле. И это очень серьезно, то, что мы не от мира сего. Потому что этот мир, он гиблый. Он гиблый и... Аминь. Он гиблый. И мы не призваны гибнуть вместе с этим миром. Мы призваны славить Господа и призывать Его, как священники, призывать Его в те места, где тьма, призывать, звать Его. У нас есть песня такая, она такая, ну, как бы, «Туннель» называется, да. Новая песня, она написанная вот в последнее время. Thank you.
Слава Господу! Наша злость не помешает Господу сделать свое дело. Мы, конечно, все злимся и, ну, гневаемся, и я, ну как, есть, конечно, люди такие особенно избранные, которые не гневаются, не злятся. Они называются фарисеи, да. Да, ну, они могут, у них именно они, ну, да, они фигурируют в Библии вообще. Но нормальный человек, он и злится, и гневается, и сострадает, и плачет, и смеется, и если он этого не делает, то что-то с ним не то, потому что, как говорится, ситуации разные. Я могу рассказать историю, например, про АТО. Приехали в таком в патриотическом настроении. Танки, солдаты, как бы там, все. И не успели мы, я еще ничего не понял, что происходит, да. Раз приезжает грузовик, открывается борт, и там куча людей. Именно месиво. И то есть для, как бы, мне было, ну, я не понял ничего. Я просто в шоке попал сразу в такое состояние, в ступор. Хорошо, были медики, которые сильно ругались, понимаешь, непростительно, как бы. Они начали орать и, ну, как бы, вышли из ступора, разгрузили их. Ну, что интересно, что никто не погиб, ни один человек. Хотя вот так визуально, я думал, они все мертвые. Да, так к чему я? Я к тому, что гневается человек, не гневается, он там, ну, как бы, знаете, как это все, понимает, не понимает, там, он Библию где-то прочитал о том, что не надо гневаться, там, закрой глаза, там, увидел убитого, закрой глаза, вот машина сбила, пройди мимо, зачем тебе молиться за него, вдруг он не воскреснет, а что люди скажут, время, ну, опозорятся, понимаете? Вот, но мы же христиане, именно Иисус Христос, он же не стеснялся на кресте висеть голым и изуродованным, избитым. И Павел не стеснялся, что ему голову отрубили, и Петр не стеснялся, что его вниз головой прибили. Никто не стеснялся. Все шли и проповедовали Иисуса Христа, их били, их садили в тюрьму, они пели, тюрьмы падали. И вот так вот про 2000 лет. 2000 лет война! Война без особых причин. Причины, короче, это понятно, какие причины, это грех. Да, аллилуйя! Да, поэтому мы, это песня о том, что мы все видим, мы сострадаем, мы понимаем, и мы верим, что Господь нас прощает. И он решит эти все вопросы, что Костя говорил о России, там, о Донбассе. Я верю, что в Америке будет пробуждение. Хотя говорят, что она сгорит и потонет. Просто знаешь, в Библии говорит, нет никакой Америки. Гога и Магога есть, а Америки нет. Значит, она к тому времени нас... Я говорю, скорее худой умрет, чем толстый похудеет. Да? Представь, пока Америка потонет. То есть это, я считаю, что это бред. В Америке столько христиан, и конечно, и гомосексуалисты там есть, и где их нету. Даже в Донецке, наверное, уже есть. Господи, помилуй. Вот. Но это проблема, как говорится, духовная. И мы должны быть готовы. Мы должны готовы всех любить, молиться. А что я хотел сказать? Что-то хотел, ладно. Так. А, на украинской мове. Песня на украинской мове. Над селом ты черека. Ты ловишь на горе, как...
Аллилуйя! Слава Господу! А, сколько времени? Рано. Рано? Что, серьезно? До утра далеко. Без 10 минут. Что мы споем? Электрическая гитара, класс какой, а? Да, ну ты не меняйтесь. Задисторшен, включи. Давай поиграем рок. А у нас есть? А у нас есть рок? Слово на лидера. О, революция, слушай, давай дай мне играть. Люблю я электрогитару. А включи там электрогитару. Что же меня электрогитару сделать? О, электрогитара, мечта всей моей жизни. Художник, я уже доказал, а гитарист...
Иисус Христос идет.
принципе, нежна к кинцу нашу сустричь. Да, группа Пизнеры. Геннадий Гвоздь играл в песнях. Целых две пластические операции. На самом деле ему 78 лет.